Нет ничего дороже здоровья, но для того, чтобы его поддерживать и вовремя принимать меры по оказанию качественной медицинской помощи жителям, нужно сделать очень много. Это прекрасно понимают все, кто так или иначе связан с отраслью здравоохранения. В районной администрации состоялся серьезный разговор о ее развитии. В расширенном заседании коллегии социальной сферы по итогам работы здравоохранения Славянского района в 2021 году приняли участие глава района Роман Синеговский, главный врач Славянской центральной районной больницы Юрий Просоленко, руководители и врачи медицинских учреждений муниципалитета. Роман Синеговский сказал, открывая заседание, что медицине, несмотря на ее краевое подчинение, уделяется особое внимание, поскольку отрасль работает для славянцев. Улучшение условий труда медицинских работников и лечение пациентов остаются приоритетными в работе власти. За последние 3 года значительно укрепилась материально-техническая база районного здравоохранения, чему способствовали вложения из краевого и районного бюджетов, а также за счет привлеченных средств бизнеса. Был выполнен большой объем работ по строительству и капитальному ремонту сельских медицинских учреждений, приобретено необходимое оборудование. В поселке Целинном построен офис врача общей практики, в хуторе Троицком фельдшерско-акушерский пункт, завершается капремонт хирургии и травматологии. На базе сосудистого центра появилось новое отделение с современным оборудованием по диагностике и лечению болезней сердца и головного мозга. Раньше такие процедуры проводились только в краевом центре грудной хирургии. Главный врач Славянской центральной районной больницы Юрий Просоленко в своем докладе проанализировал состояние дел в здравоохранении, обратив внимание на изменения к лучшему в укреплении материально-технической базы. От Министерства здравоохранения Красноярского края в 2021 году получено имущество на общую сумму 44 925 167 рублей, в том числе медоборудование на 31 970 тысяч, оборудование компьютеризировано 3 840 тысяч, транспортные средства в количестве 9 единиц на 9,1 миллиона рублей. Это беспрецедентное было получение, это был легковой транспорт, это были Соболи. Такого не было никогда, в принципе, в истории существования, чтобы мы получили такое количество. Благодаря ежегодному обновлению автопарка скорой медицинской помощи, она работает все оперативнее. В 2021 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечивался в среднем по району в 90% случаев, а при ДТП в 96%. Рост показателя достигнут благодаря ежегодному обновлению автопарка скорой медицинской помощи. Важную роль в сохранении здоровья играет профилактика. Своевременная диспансеризация и дни здоровья помогают делу. В связи с пандемией, к сожалению, диспансеризация населения была приостановлена почти на целый год. В данный момент диспансеризация населения проводится в полном объеме. С 22 марта осуществляется профилактический осмотр взрослого и детского населения. Также проводится углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших ковид и пневмонию. Возобновлены дни здоровья. Так, например, 16 апреля 2022 года проведен краевой день здоровья у нас на территории, посвященный Дню донора. На данном дне здоровья принято 89 пациентов. Осуществлено 262 консультации врачей различных специальностей. Кардиолог, отоларинголог, эндокринолог, терапевт, невролог. Проведено 384 исследования. Это глюкоза, крови, холестерин, ЭКГ, флюорография, антропометрия. По итогам данного мероприятия из 89 у 67 пациентов выявлено нарушение здоровья. Все пациенты направлены на дообследование. Всем даны рекомендации, также для пациентов проведена лекция о здоровом образе жизни. Решается и кадровый вопрос. В прошлом году в районе трудоустроены 15 врачей и 39 работников со средним медицинским образованием, что больше, чем в 2020 году. В перспективе сюда придут много врачей, которые получили высшее образование по целевому обучению. Заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Виталий Титаренко подчеркнул, что славянские медики в период пандемии коронавируса работали самоотверженно и поблагодарил их за это. Спасибо огромное за то, что эту работу проделали. И вот именно первичное звено на связанную нагрузку и отделение лучевой диагностики, это постоянные КТ, постоянно в любое время дня и ночи идут. Это приемное отделение,
Как, вот вспомните лето и осень, да, вот прошлого года. Да зайти было невозможно, там такой ажиотаж стоял, просто и всем же надо помочь, и всем сразу. Это вот, ну, как бы просто такая цифра, но если в нее вникнуть, это, конечно, серьезный момент. После обсуждения докладов главного врача и руководителей медицинских учреждений был принят ряд решений, направленных на улучшение здравоохранения в Славянском районе. Решено повысить укомплектованность медицинскими кадрами, обновить медоборудование согласно плану, а также отремонтировать намеченные объекты, возобновить дни здоровья в сельских поселениях. Завершилась коллегия награждения медицинских работников по итогам работы отрасли здравоохранения в 2021 году. Были отмечены лучшие из лучших руководителей медучреждений, врачи и медицинские сестры. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».